Чем начало похода. Неожиданная встреча посреди Баренцева моря. Подводная лодка уже сутки, не скрываясь, идет в надводном положении. И только сейчас ее обнаружили. Это «Орион» — норвежский разведывательный самолет. Он долго кружит над лодкой и вдруг прямо перед ее носом сбрасывает красный буй. Говорят, там внутри сверхчувствительные микрофоны, передатчик. Это попытка иностранцев записать так называемую атмосферу лодки. Впрочем, наших офицеров это не смущает. Они знают, что делать, делают это и идут дальше, отрабатывая по пути еще одну учебную задачу. Учебная воздушная опасность. Расчету ПЗРК, боевая готовность номер один. Да-да, встреча с самолетом-разведчиком может быть и такой, когда моряки-подводники выносят наверх зенитно-ракетные комплексы и ждут команды. Цель воздушная справа. Дистанция 1000, высота 500. Внимание, расчет. Воздушную цель уничтожить.